Привет, ребята, с вами снова я, Влад Глад, и мы сегодня будем играть Salt Knight. И, кстати, раньше мой канал был Zeaplay, на русском, как обычно. Вот, короче, вот, как обычно. Так, вот у меня такой аккаунт пока, мне за кого создать? Давайте-ка, может, он, я не знаю, ребята, пишите в комментариях, пока я не выбрал. Через 3, 2, 1, 0. Так, ладно, так, я уже выбрал, и это будет скорее лучше. Эльфика. Что я название? Ну ладно, хотя нет. Короче, будет он все. Я давно за него не играл, а он такие, так что давайте посмотрим. О, спасибо. Так. Так, еще здесь эльф-почта есть. Опа. Хопа. Ну, вроде здесь больше ничего нету. А посылка... Круто, так. Не, револьвер уже не хочу, так. Ну что ж, ребята, мы начинаем наш выпуск Salt Knight. Надеюсь, вам понравится, так что мы начинаем. Все ставьте лайки и подписки, и на лайки и подписки ставьте комментарии и колокольчики. Не знаю, ничего, я что сказал, ну ладно. Так, о нет, он меня сейчас убьет. Я не хочу вначале самым. Он что делает? Ладно, давайте. Что там бомбит их? А! Так, хорошо. Это мой лучший так делает, я тоже так хочу. Братишка, научишь? Ой. Хорошо. Пойду. О, нет, это не хочу. Так. Погнали наверх. Посмотрим, что будет. А, я понял, моя ульта разные всякие. Например, красные, они взрывают. Вот сейчас синяя мне ману дает. Экспу там, короче, ну, называйте как кто хочет, патроны. А зеленый меня хилит? Интересно. Так. Рок, что он делает? Опа-на. Ладно, давай. Давайте. Опа. Так, это или это? Пишите в комментариях. Я думаю, то, что... Так, я сейчас посмотрю, что написали в комментариях. Так, вот это? Хорошо. Ну, давайте вот это тогда. Ладно, давайте быстрее. Надеюсь, вам Salt Knight понравится. Так что... Я буду... Если вам будет нравиться, тогда я буду снимать его. Если, например... если под этим роликом наберется 5 лайков, да, 5 лайков... Тогда нет. Если на этом ролике наберется 10 просмотров, тогда можно. Тогда я буду продолжать снимать. Стоп. Здесь он. Так. Я могу, нет. Сэр.
Опа, а, о, винтовка. Возьми ее. Погнали. Так, быстрее. Зачем синяя мне? Нужна красная. Ладно, ничего. Так. Кто здесь? О! Белая лошадь, дракон, let's go! Ура! Let's go! Тук-тук-тук-тук-тук-тук. Прикольно. Думаю, сейчас третья пойду, ну и все можно. Так, красный готов, мой друг. Погнали! Пуф-пуф-пуф-пуф! Давай! Подрывай их! Хорошо, отлично, давай! Еще, кстати, прикол этого эльфа, то что у него хоть и лук на 3, но ничего, потому что у него есть синий, который дает ману, а мне он сейчас не выпал. Спасибо тебе. Так. До босса мне интересно, доходить или нет, конечно. Ну, возможно, пойду. Ну, я не знаю, в этой серии пойдем до босса или нет. Так, выходим. А теперь погнали. Красный? Нет, синий. Так, осторожно. Осторожно, осторожно. Осторожно, так, стреляем, отходим. Мне нужен красный. Все, красный, пошли бомбить их. Отлично, давай, красный. Именно в них там внутри стреляй. Отлично, давайте, давайте. У меня очень мало жизни, у меня защиты мало, брони. Раз, два, три. Бум. О, нет. Давайте, давайте, ребята. Ставьте лайки, я смогу их победить. Давайте, ладно, я не буду так, как дурак. Не буду гореть, типа поставьте лайки и под подушку у вас будет айфон, а так не буду гореть. Это так не работает. О, нет, у меня 2 жизни. Стоп! Я же одну штуку сделал, теперь, когда я ящики ломаю, там вроде бы же бывают зелья. У меня уже 65 монет, хорошо. Круто. Так, побежали. Стоп. Они одинаковые? А, да. Погнали, побежали. Так, ран, ду-ду-ду-ду. Быстрее, быстрее, бежим, бежим, бежим. Так, это... Кстати, это новое. Я помню, я играю в эту игру, но это новое. При попадании цели все единицы. Короче, мне лень это читать, я вот это выберу. Скорее я сейчас последнюю сыграю и все. Так что... Стоп, 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 один вопрос. А это здесь нету магазина, где можно было там для себя жизни сделать. Раз, два, три. Давайте атакуем быстрее. Бомбежка! О, видели, у меня уже одна жизнь появилась. О, нет. Хорошо. Ассасин что делает? Бросает множество ножей. Даже не знаю, хотя нет, не думаю, не надо. Погнали. Термобне. Би-а. Не-не-не.
Стоп. Стоп. Я перепутал. Так. Побежали. О, нет, здесь они оказались. Я даже не понял вначале. Обычно мне ману он дает. А я пока их уничтожу. Так, побежали. Быстрее. Так, а теперь пошли вниз. Ну что ж, ребята. Мы сегодня поиграли в Fall Night. Так что... в следующей серии мы будем играть против босса. Не забывайте, после 10 просмотров... Нет, после 5 просмотров и 3 лайков я выпущу новую серию. Так что всем удачи, всем пока. С вами был Влад. Пока-пока.